что ты меня все время снимаешь, а? Даже подкраситься мне спокойно не даешь. В эфире? Как в эфире? Уже? Тогда с тебя молочный коктейль, а с меня очередная порция интересных мероприятий. Пока готовишь, слушай. В областном музее краеведения открылась выставка о раскопках в христианском квартале Укека. Экспедиция длилась целых 3 года, представляешь? За это время удалось собрать более 200 экспонатов. В их числе стеклянная китайская шпилька, архитектурный блок со сценой терзания льва грифоном, серебряный крест с позолотой и амфора из трапезунда. Выставка интересна тем, что на ней есть интерактивные зоны. Например, ты можешь потолочь зерна в ступе, взвесить мешки на средневековых весах или попробовать открыть замок, сделанный по образцу, найденного в Укеке. А в другой интерактивной зоне можно попробовать раздуть кузнечный горн с помощью мехов. Огромный плюс организаторам за то, что выставка рассчитана и на людей с ограниченными возможностями. Многие предметы на выставке можно брать в руки, чтобы определить их форму и фактуру. Кроме этого, организаторы подумали и о тех, кто любит фотографироваться. Ну, о таких, как мы с тобой. На выставке можно сделать прикольные фотки в костюмах жителей Укека. Я считаю, что идти нужно однозначно. Вот ты кого больше любишь, кошек или собак? Ну, я кошек люблю. Я тоже кошек. Тогда 7 апреля пойдем с тобой вместе на кэт-шоу Дмитрия Куклачева. Дрессировщик и артист, можно сказать, родился и вырос на арене цирка. Я прочитала в сети, что втайне от известного родителя он поступил в цирковое училище и успешно закончил его. А потом продолжил дело своего отца Юрия Куклачева и успешно развил его. В спектаклях Дмитрия участвует до 70 кошек разных пород, а также несколько собак. Интересно, и как они уживаются? Ну, на шоу как раз и увидим. Куклачев и его любимцы продемонстрируют артистам все, на что способны. Сейчас я тебе зачитаю, что из себя представляет спектакль. Кэт-шоу – это увлекательный спектакль о силе желания. Случайно попав в цирковую труппу разнорабочим, главный герой мечтает стать артистом. А если желание помножить на огромную трудоспособность, то в итоге можно добиться хороших результатов. Спектакль рассчитан на взрослых и детей. Дети до 3 лет включительно могут пройти по 1 билету со взрослыми. О, мой коктейль уже готов. Спасибо большое, сейчас попробую и продолжим. Это очень вкусно. Кстати, пока ехала на съемку, в мой инстаграм пришло сообщение с просьбой рассказать о каких-то интересных мероприятиях для мам с детьми. И вот что я нашла. Журнал «Топ-Топ» проводит необычный фотопроект под названием «Саратов от А до Я». Этот проект посвящен истории нашего города и профессиям саратовцев. Дети фотографируются с историческими предметами и аксессуарами, соответствующими той или иной профессии. Узнают о достопримечательностях Саратова. На часовой фотосессии ребенок сфотографируется не только в образе для журнала, но и любых других образах и нарядах. А уже в мае родители смогут увидеть своих детей, сыновей и дочек на страницах глянцевого журнала «Топ-Топ». Запись на фотопроект вот по этому номеру телефона. Та-дам! Смотри, что я раздобыла. 2 билета для розыгрыша еще на 1 концерт. На этот раз на Скриптонита. Известный рэпер выступит в Саратове уже в субботу, 6 апреля, на сцене Ледового дворца спорта «Кристалл». Казахский музыкант представит треки из последнего альбома и самые яркие работы предыдущих лет. Краткая справка для таких, как моя мама, кто ничего не знает о Скриптоните. Скриптонит появился в медиасфере в 2013 году. Его видео буквально взорвало YouTube, собрав более 500 000 просмотров за несколько дней. Его по праву называют одним из важнейших героев нового хип-хопа. Сегодня он резидент творческого объединения «Газ Голдер». Билеты на концерт Скриптонита вы можете купить или забрать у меня абсолютно бесплатно. Все, что вам нужно, это в пятницу, 5 апреля в 20:00 смотреть программу «Саратов сегодня» и правильно ответить на вопрос, который я вам задам.
Ехидно потираю ручонки и представляю, как сложно вам будет ответить на мой вопрос. Но зато тот, кто правильно ответит, уже в субботу будет отрываться на концерте с Криптонитом. Так, ну а у меня на этом все. Я допиваю свой коктейль и убегаю готовиться уже к новому выпуску.